Ашот Арста стал первым ученым, который возглавил Академию наук Абхазии. Рауль Хаджимба отметил огромный вклад академика в развитие абхазского государства и сохранение абхазского языка. Глава государства пожелал юбиляру крепкого здоровья и реализации задуманных планов. Шот Арста поблагодарил президента за внимание, пожелал ему и всему народу Абхазии здоровья, удачи и благополучия. Рауль Хаджимба вручил юбиляру памятные подарки. Несмотря на преклонный возраст, Шота Константинович полон силы и энергии для продолжения научной деятельности. В связи с этим большим возрастом никакого изменения я пока не чувствую в отношении работы, в отношении решения проблем наших в научном плане, как и по другим областям. В языке у нас много проблем. Сейчас мы заняты подготовкой пятитомного издания академического по языку. Первый том уже вышел, второй том типографии, третий том готовый, четвертый тоже. В общем, в течение 2 лет мы хотим успеть все 5 томов выпустить. Большую часть своей жизни академик посвятил изучению родного языка и внес неоценимый вклад в его развитие. Он автор научных исследований, учебников и учебно-методических пособий для средних и высших учебных заведений. Среди них абхазский литературный язык, грамматика абхазского литературного языка, синтаксис абхазского языка для студентов вузов, абхазский язык, фонетика и морфология. Шот Арста – член авторского коллектива по изданию «Исправленной карты Абхазии», где восстановлена исконная топонимика края. Шот Арста и по сей день продолжает плодотворно работать в ставшей родной для него Академии наук Абхазии.